بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Куллу ибн Адама хатта ва хайрул хаттаин ат-таввабун". Каждый из детей Адама алейхи салям ошибается. Каждый из людей грешный, но наилучший из них это те, кто просит у Аллаха субхана ва тааля покаяния. Поэтому каждый человек грешный. Поэтому хотелось бы обрадовать каждого грешника. Радуйся, если ты искренний с Аллахом. Радуйся, если ты попросил у Аллаха субхану ва тааля покаяния. Потому что причина того, что ты зайдешь в рай, это не твои благие дела, а это именно твои грехи. Это именно твои грехи. Из-за твоих грехов ты попадешь в рай, если ты искренний с Аллахом субхану ва тааля попросил у него покаяния. Почему? Мы хотим доказательства. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в Сурат Аль-Фуркан, после того, как перечистил грешников, которые совершали прелюбодействие, совершали грехи, Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Илля ман таба ва амана ва амина амалан салиха, фа улаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат, ва кана Аллаху гафуран рахима». Когда Аллах перечислил грешников, какое их ждет наказание, после этого сказал: кроме тех, илля ман таба, кто покаялся, искренне покаялся перед Аллахом субхану ва тааля, искренне из-за страха перед Аллахом, из-за любви по отношению к Аллаху субхану ва тааля и надежды, то, что ожидает его от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, илля ман таба, тот, кто покаялся, ва амана, уверовал, ва амиля амалан салиха, и совершал после этого благие дела, что же с ними? Фа улаика юбаддилу Аллаху сайиатихим хасанат. У этих людей Аллах заменит их грехи на благие дела. Ла илляха илля Аллах. Какая милость Всевышнего Аллаха! Аллах говорит: этих людей, их грехи я поменяю на благие дела, превращаться их грехи в благие дела. То зина, то прелюбодействие, которое совершал, то алкоголь, который он распивал, то притеснение, которое он совершал, те вещи, которые он все делал, если он искренне покаялся перед Аллахом, уверовал и делал благие дела, говорит Аллах субхану ва тааля, говорит: я поменяю их грехи на благие дела, то есть превратятся в благие дела. Субханаху ва тааля, как он милостивый, милосердный по отношению к своим рабам. Ва кана Аллаху гафур рахима. И Всевышний Аллах, он прощающий, милосердный. Поэтому здесь должно быть условие. Это искренность. Честность перед Аллахом. Кто искренне просил прощения, кто честно попросил у Всевышнего Аллаха покаяния, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ва ман садака ма Аллах, садакаху Аллах». Тот, кто был честным с Аллахом, Аллах покажет ему свою честность. Аллах проявит по отношению к нему свою честность, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, прощения грехов. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, милость. Просим Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он приближал нас к нему и к нему наше возвращение. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.